Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал интервью одноклубника Андре Гомеша, который признался, что испытывает огромное давление из-за неудачной игры за каталонский клуб. «Мы знали об этом, все знали, хотя это и было очень личным. Мы сделали все возможное, чтобы помочь ему. Что касается фанатов, то они должны быть более доброжелательными к Андре и не проявлять недовольство, которое мы иногда слышим на Камп Ноу. Я уверен, что все изменится, потому что клуб и фанаты всегда объединялись в непростые времена», цитирует Бускетс ЭС. «Здесь можно заряжать на матчи Барсы, Реала и других испанцев. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Челси состоится 14 марта на Камп Ноу. Андре Гомеш перешел в Барселону из Валенсии в 2016 году за 35 миллионов евро. В примере 2017-18 он провел 13 матчей, но голами и передачами не отметился. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме».